Чего вы сюда сделать нельзя? Надеюсь, вам, мои дорогие подписчики, не будет сильно мешать. Вот это. Что-то вот сюда нельзя сдвинуть. Пришлось мне маленькое количество пассажиров и машин включить. Иначе лагало и дольше по времени было. Не получалось видео снять. Или через жопу было все. Так будет лучше. У меня там закрыто. Черное солнце. Так, у нас люди не поднимали, основное, что там делать поднимали. Или когда выйти по нему. Я думаю, по улице даже, скорее всего, быстрее 2 часов. Это час 45. Vai devagar, час 50. Quero chegar vivo em casa. Не знаю, как меня слышно. Мне придется гонять, как и горелую. Чтобы стараться, чтобы быстрее вышло 2 часов. О, валяй, мотор! Ой. Извиняюсь. Мне, как всегда, через пеньководу не стану.
тут уже задержка. Там еще на табло написано Via Metro и Guatemi, а не GDS Rosas. Ну ладно. Если я пишу. Просто я буду делать название видео, как на табло написано, ну ладно, ничего страшного. Да чё ж такое? Они меня что ли немного подкорректируют? Так, ну вот никому не нужно. Упс. Да ё-моё, вот я скорую помощь по нему делаю. Ну да, скорее, конечно, там где-то вот, блин. Все, я тут был более хорошо управляю. Здесь по яркости нормально. Как там видно.
Чего руку поднимают, если не садятся? Что дверь открыта. Не сделали так остановку. Сейчас пассажиры встанут туда далеко. Нет, неудобно.
Если будет такое, что всеми словами ты даже стоял, чем будто люди или нет. Тут два варианта, либо 2 часа на митинг это идет. Так, не могу. Упс, извиняюсь, пожалуйста. Камера тоже поднимает. Ну вот что здесь вот? Где-то неподалеку от терминала часа, или как он называется. Ну, надо слева будет, по-моему. Может, это прямо будет в часы, и потом будет терминал. Что ж такое сегодня? Сейчас
Первая тимки остановки помню. Спокойно. Иди. Сейчас будет не спрыгнуло. Теперь у меня чеку мешает, теперь не знаю, что. Почему у меня звук такой не лучше. Сам чеку не было лучше. Возможно, я бы успел из зеленый, если бы не подъезжал в барьеры. К сожалению, что он не будет ходить. Ну, видите, только вот чуть-чуть потоковых машин переставать, не знаю. На самом деле, многие вообще, бывает, пишут отзывы, вот я читал отзывы там, то, что нет коллизии, ну, да, почему я сквозь машину приезжаю, хотя на самом деле функция есть. Я тоже раньше думал, что нет, но в этом бас-симуляторе столько функций, что это... Многие из них, там, только английские, португальская или какая-то бразильская игра. Бразильская даже, по-моему. Многие слова не знакомы даже на английском. Приезжай, извините, пожалуйста. Ну, проезжай, ё-моё. О, как все запущено. Наушники.
Agora eu posso tomar. Sei, eu não acho que eu posso tomar. Vai devagar, pô. Eu não vou precisar mexer. Tudo já не подъехать. Никак, не так, не так. А тут настоящий не бывает. Ой. Как так? Até eu tenho um contrabando. Como é que eu tenho um нормально не видно. Thank you.
Крупные маршруты, конечно. Мало, надо кому под силу с удовольствием проезжать. А с быстрым ключ сам проблемам ты заснять. Сначала в этом самое бесспорно. Да, это ничего бесспорно. Участков не будет здесь, где надо будет левый буду открывать. Чем-то мне эти дома напоминают. У нас в Санкт-Петербурге на улице Седова такие дома есть, по-моему, только 7-этажные. Хотя даже 9-этажные, по-моему, бывают. Это напоминает именно подъезд. У нас с такими окнами. Ну, не у меня подъезд, но в домах такие. Поделаюсь рус, а есть так плитка. Вот по идее, вот тут не надо этот формат звучать, надо вот здесь. Thank you.
Блин, а вот ты был на смерти. Блин, вот знаю, что сейчас могу вырезаться, и мне надо было поехать. На этом маршруте еще не раз, по-моему, у нас перевязался. Задумался. Считал, примерно сколько проблем не будет. Это примерно 1:40, 1:45. Все по воспоминаниям, все не ошибаюсь. Надеюсь, у нас единица видео по видео. Вот, запись там установлена. Какое такое причина?
позвонили. Так, вот вырезать немножко. Это не помню, сколько здесь, наверное. Достаточно постоянные звуки. Да, волосы я бы хотел использовать. Чем на станции не снялись? Жалко, придавало реалистичность и атмосферность. Я буду идти, пока не могу больше.
Ну и придурок, ну чё? Блять, что ты за мат? Я не могу просто, а? Ну чё, у меня не... Не, нафиг, всё, буду обгонять. Валяй, мотор, давай. Мы тоже по нему заезжать на мост ближайший, который здесь. A gente vai deixar se parar não, tá bom? Ну,
Да чё ж такое, блин, палки? Что тут? Там хамелитон, если справа какой-то. Бесконечник 129-го ай-маршрута. Чё такое? Да чё такое, я не понимаю. Я... Para no próximo aí para mim, por favor. Как ты запущена, я его проверил. Да. Как ты запущена. Хорош. Хорош. Сейчас это не успеет пошутить. Принимающий, принимающий. Не знаю, как это страшно.
Я тебе... Короткая бумастановка. Можно ошибся? Просто забываешь, не поймешь, короткий не изменит противостояние. Vai devagar, tá correndo por quê? Aqui que tem outra casa. Não deixa eu perder os seus mais. Não tem esses problemas agora, se deixar. Deixa eu ver se não tem problema de agora. Длинная остановка, она же делает мне. Сейчас моя скорость одна быстрее. И мы тут попадем на цену. Очень красиво, все будет. А, нам же налево.
Já mostrei ele, né? Legal. Olha que palpite, né? Esse arroz não tinha aqui, não vou mais ainda, é, tchua. Como é que eu ia achar uma coisa que eu tava com o dinheiro esse. Ты что за дверью? Видите, что творится? Дверь не открывается. Не, видели, я нажимал, она не открывается. Серьезно, блин.
Ah, já me mandei. Ah, vou continuar. Thank you.
ônibus aqui. Thank you.
explodir. Я сейчас туда приду, Thank you.
Спасибо.